Друзья, привет! 23 октября, осень, город Чаплыгин, наш домик, и я иду на прогулку. Иду в Озон, пришло уведомление еще вчера. В общем, заказала я одну интересную приблуду для дома. Помощница, надеюсь, будет по хозяйству. Это швабра. Швабра с резервуаром для воды. Естественно, туда можно налить воду мыльную. С рычагом на держателе швабры, на этом черенке. И с очень хорошим ворсом. Вверху вы нажимаете на рычаг, и вода поступает вниз на пол под эту, ну, тряпку, так скажем, да? Вращается швабра на 360 градусов. В общем, я вся в предвкушении. Хочу увидеть это чудо. И если мне понравится, я, конечно же, поделюсь с вами своими впечатлениями. Опробуем ее, посмотрим. Что же это такое за чудо? Мы в этом магазине, там же много магазинов, торгующих на площадке Озон, уже покупали, по-моему, триммер, электрический став. Я вам о нем уже рассказывала. Нам очень понравился. И за него начислили там что-то 400 с чем-то баллов. И я тут зашла в Озон, что-то искала, не знаю, ну что-то смотрела. Смотрю, какие-то баллы висят. Думаю, дай-ка загляну в этот магазин, а вдруг будет что-то интересное для нашего дома. Ну, почему бы не использовать эти бонусы, не баллы, бонусы. То есть баллы отличаются от бонусов тем, что баллы вы можете использовать в любых магазинах «Паллы Озон». А вот бонусы – это те бонусы тех продавцов, где вы что-то покупали. Вот. Ну и зашла с этими бонусами. Она, эта швабра, получилась мне, по-моему, 650 рублей. Но если она действительно хороша и удобна в использовании, то, конечно же, это небольшие деньги, то есть это исключает ведро с водой, там все эти отжимания, а просто на ручке пшик-пшик нажали, и вода сразу на пол, и вытирайте, и она вертится на 360 градусов. А поскольку у нас сейчас кварц-винил, это, по сути, вообще влагостойким стопроцентный материал. То есть можно мыть, не боясь лить воду. Почему Лешек его использовал в своей квартире после того, как его залили сверху, и он перестилал пол. Намного вы знаете эту историю, что он там делал, от грибка избавлялся. Вот. Но соседка сверху оказалась порядочной женщиной, безо всяких судов. Так, сейчас мне надо осторожно перейти дорогу эту. Она выплачивает ему ущерб. Ну как выплачивает ущерб? Материалы. Он уже не стал там включать свою работу, поскольку он делал сам. Вот. Там у нее, конечно, не очень легкая ситуация у этой женщины. Осталась без мужа, двумя детьми. Ну, в общем, как-то так по-людски, по-человечески решился этот вопрос. Не сразу, она частями, конечно, выплачивает, но все равно выплачивает. Но зато не нужно было идти куда-то в суд, добиваться там чего-то. Вот. Но он намотал на ус, что больше ламинат он перестилать не хочет. А нашел вот этот кварцвинил. И такой же пол у нас здесь в доме, в частном доме в Чаплыгине. Только у нас, у меня российский производитель, а у Лёши
Германия производства. Конечно, он дороже. Сейчас вообще не знаю, сколько это стоит. Вот. Ой, как же мне вот эти вот резные окошки нравятся. Вот этот домик. Да и куда ни глянь, и там вон резные окошки. Видите? Красота. Вот. Сегодня открываю комментарии ко вчерашнему видео, где мы рисовали, оказывается, Хосе. Мне так понравилось, как моя подписчица выразилась, что Хосе очень красивый. Мы его Джеймс Бонд обозвали, но нет, скорее всего, Хосе. Это больше подходит для Кармен. Так вот, сегодня читаю комментарии к этому видео. Все хорошие, спасибо вам большое. Очень приятно читать, и многим из вас приятно наблюдать за моей жизнью и жизнью моей семьи. Каждый день там есть такой теплый комментарий. Просто это мотивация снимать для таких подписчиков каждый день. Но один комментарий, я уже даже ни имя, ни фамилию, ничего не помню, ни ник. Я сразу заблокировала этого пользователя. Значит, суть в том, что девушка, женщина написали, что зачем нам, самое главное, нам это она кого имела в виду? Мы царь, да? Вот. Ну, написала, что зачем нам ваши чашки, ложки, поварёшки, рецепты ваши, вот это все. А где же вязание? Я не стала вообще публиковать этот комментарий, потому что я не хочу срач на канале. Я понимаю, что я могла бы его пропустить, все. Но под этим комментарием я уверена, что мои любимые подписчики начали бы меня защищать. Слово за слово, пошло-поехало. И вот этот негатив мне не нужен на канале. Абсолютно. Во-первых, канал сейчас не вязальный. Канал своими руками. Будет и вязание в меньшей степени, конечно, по большей степени зимой. Но те, кто меня понимают, то те согласны со мной и продолжают меня смотреть и поддерживать. А кому нужно только вязание, идите на другие каналы, только вязальные. Их же много. Что вас здесь держит? Отписывайтесь, идите дальше. Вот, поэтому вот эта палаточка уже, видите, стоит, когда я вам летом ее показывала. Что-то там будет, наверное, овощи опять. Вот, но оставлять свои какашки на канале я не позволю. Я просто молча, не реагирую. Меня даже не трогают сейчас эти комментарии. Просто в бан и все. Но иногда приходится это озвучивать, чтобы люди просто не тратили свое время и шли себе мирно куда-то в другую сторону. Ой, сейчас повернусь в другую сторону. Смотрите, какая красота. Наш осенний парк. Вот сколько прошло? 8 минут? Друзья, я в центре города. От моего дома 8 минут в центре города. Вот я начала видео прям, можно сказать, на фоне нашего дома, и вот уже центральный парк, 8 минут. Причем я не бегу, иду, ну, не медленным, нормальным таким средним темпом. Вот, так что вот такое удачное расположение нашего дома. Так что кому нравятся мои влоги, теперь по большей части это влоги. Сейчас вам еще церквушку покажу. Сейчас пройдем под этой арочкой. Пойду вдоль Нижнего парка, не по центру, тут двумя путями можно пройти, а пойду вдоль дороги, чтобы, может, все-таки в центр пойти вам показать. Нет, пойду здесь, пойду через парк и вдоль Нижнего нашего парка. Там же внизу еще громаднейший парк, который тоже в этом году реставрировали, там облагораживали. Но мы туда еще не ходили, ни я, ни Лешек. Ой, как же красиво. Сейчас вот пойду под эту арочку. Здесь такие фонарики висят. Смотрите, вот арка из таких белых-белых
фонарей. Они вечером, конечно, горят. Очень качественно положена плитка. Здесь такие бугры были по плитке. Ну, корни деревьев все это разрушали. И вот здесь все сейчас, все это вырыли. Положили вот такую хорошую плиточку. Поставили вот такие скамейки. Ну, в общем, чистота, порядок, уют. Как у меня в доме, так и в городе, который мы с Лешком нашли и выбрали. Чему я очень-очень несказанно рада. Вот. Ну вот еще минут 10 я буду в озоне, пункт выдачи. Кстати, там был хороший магазинчик в этом. Ну так, двухэтажное здание, скажем так. Какая-то комнатушка выделена под озон, а какая-то под магазин. Там был магазин «Все для дома». Очень жалко, что сейчас его нет. Не знаю, что случилось. Они переехали. Их было два. Один здесь, в Чаплыгине, а второй в Кривополяне. Вот они, красавицы, вот эти вот детские фигурки. А тут, смотрите, какая золотая аллея берез. Как же красиво у нас. Вот. И сейчас нет. Сейчас там пусто и ничего нет. В общем, он закрылся, этот магазин. Я, кстати, там покупала столешницу для кухни. Денис мне привозил. Там же покупала комод от спальни Паула. То есть шкаф и тумбочки я заказывала в Липецке, потому что там было подешевле. А комод нашла здесь. От того же комплекта Паула. Вот. Нету этого магазина сейчас, очень жаль. Ну и так по мелочи там. Чайники были, какая-то бытовая техника, стиральные машины. Ну вся бытовая техника была, плиты, посудомойки. Нет, посудомойки не было. Я вспоминаю, какая у нас бытовая техника еще есть. Ну, много там было. Холодильники были, кухни, там можно было, Денис сделал эскиз, ну, визуализацию, да, набирал шкафы и показывал, как это будет выглядеть. Вот по правую руку у меня вход в Нижний парк, это ворота, там очень такой крутой спуск, очень крутой. Нет, было однажды видео, но это еще до реконструкции. Когда мы только-только сюда приехали, и мы спускались, Санечка, я показывала вам, но после реконструкции я еще там не была. Вот. Вот этот домик, сейчас вам его покажу, вот бежевый, видите, какой красавец стоит. Вот в этом году люди его сделали, здесь стояли леса, смотрите, как красиво все сделали. Вот эта облицовка очень-очень дорогая. Вот. Ну и вид, конечно, представляете, из этого дома вид вот туда на парк. Он на пригорке стоит. И, конечно же, там очень красивый вид. Я имею в виду, домик на пригорке стоит, а парк внизу. И там еще вот так речушка течет. Надпись «Раненбург Чаплыгин». Две надписи там. Прежнее название города и новое название. Вот. В общем, сегодня видео такое прогулочное. Захотелось мне с вами поговорить на природе. Многим, очень многим нравится мой город, нравится мой выбор, который пал на этот город. Вот. В общем, решила поговорить с вами на воздухе. Дышать, пройтись. Ветрено сегодня. Солнышко то выглянет, то зайдет. Все больше зайдет. А, сегодня еще прочитала новость. По Липецкой области введено чрезвычайное положение. Я, честно говоря, испугалась. Думаю, что же за чрезвычайное положение. Начинаю читать, а это чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. В связи с продолжительными дождями остановлены сельхозработы. Ой, не знаю,
посеяли озимые или не посеяли, или зимой их будут сеять. Но действительно, в этом году очень дождливая осень, Вот мы и пришли практически в озон. Но это не озон, это вот... Кстати, вот здесь тоже можно посмотреть, мотоблоки там стоят. Видите? Ну, какие-то уже очень большие. Надо будет с Лешиком, вот Лешик приедет на днях, сходить тоже сюда, посмотреть, прицениться и подумать, где его купить. Или в Москве Лешик будет покупать, или здесь. В общем, посмотрим. Вот мы и пришли в озон. Там звоночек, вам в озон? Там звонок, надо звонить. Еле-еле. Нажимайте звонок. Подошли к двери, вот. Там вот мужчина был. Я тоже как-то не знала, пришла сюда, закрыта. Не открывается. Думаю, вот это да. Как звонок, звоним, не открывается. Нажимаю звонок. Думаю, может, я что-то попутала. Может, в воскресенье сейчас не работает. Открываю приложение Озон. На наш пункт выдачи нажимаю. Все работает. Потом увидели объявление. Мы скоро к вам вернемся, 15 минут перерыв. Здорово. От какого момента 15 минут? Ну, вы хотя бы написали, что там ушла в 11, да? Ну, в 11.15, значит, по идее, вы должны быть. Или хотя бы, мало ли что может у человека случиться, телефон оставьте, чтобы человек позвонил, узнал вообще, ждать вас или не ждать. В общем, там уже народ прибежал. Уже человека 3-4. Я пятая была, да. Смотрим, идет девушка с рынка. Сегодня же у нас рынок в воскресенье хороший, сельскохозяйственный. Она, видимо, бегала покупать. Вот. Ну, в общем, иду я. Получила вот такую швабру. Швабра с распылителем. И здесь у меня на второй руке висит календарик. Вот. Так что сейчас приду, включу эту швабру, налью воды и попробую помыть пол и сказать вам, стоит эта вещь денег своих или не стоит ее покупать. Может быть, придется сдать. Ну, конечно, и новую сдать. Сейчас попробую ручку, удобно, неудобно, закрывается, не закрывается, как она себя держит. Вот, потому что она выдвижная. Сейчас зайду к Шуре, лимончиков куплю. Уже очень мне понравился этот пирог с тыквой, который пропитан лимоном. Вы мне там писали, можно же не кипятить сироп, а просто, чтобы не убивать витамин С в лимоне, просто развести с водой, там, допустим, с теплой, да, сахар, лимон и пропитать. Наверное, так можно. Но мне кажется, когда горячий сироп, то получается лучше. Ну, а там, конечно, можно и так попробовать. И можно, я думаю, что с апельсином попробовать, с апельсиновым соком тоже так пропитать. Но лимончик дает такую кислинку, вот такую прям изюминку. Прям очень здорово. Сегодня, наверное, опять приду и испеку этот тыквенный пирог. Очень понравился. Вот. Так что вот такие дела. Уже прям расстроилась. Думала, не получу заказ. Думаю, зря сходила. Ну, не зря. Не зря. Во-первых, не зря только потому, что удалось пройтись по красивому парку, по любимому городу и зарядиться положительной энергетикой. Уже не зря. Ну вот, я и дошла к магазину фрукты, овощи. Пойду посмотрю, что там. И домой. Пока отключусь. Ну что, друзья, я уже дома. Сейчас покажу свои покупки. Долго искала вот такой календарь, чтобы он подошел под мою рамочку, которую я облагородила, вытащив из старого волшебного сарая. Вот. И этот календарь еще лучше подошел по размерам, чем прежний.
Очень красивый, бумага плотная. Я бегом-бегом пришла и давай его цеплять, чтобы посмотреть, как он подойдет по размерам или нет в эту рамочку. Все замечательно подходит. Календарь перекидной. И у меня первый раз календарь с символом года. На каждом месяце красуется вот такой зайчик. И цена, по-моему, 157 рублей в Озоне. Вот. И вот пришла вот эта вот швабра. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Зашла к Шуре, купила очень вкусных фруктиков. Обожаю хурму по 135 рублей. По 115, по-моему, слива. И по, по-моему, тоже по 115 эти лимончики. В общем, все вот это вот обошлось мне в 300 там с хвостиком рубликов. Помыла фруктики. Вот такая красота у меня получилась. Я вообще очень люблю, когда моя фруктовница полна. Так приучил Лешек. Лешек тоже не любит, когда пусто. И он всегда, когда только начинался сезон хурмы, всегда у нас эта фруктовница была наполнена прям вся хурмой. Так что вот традиция продолжается и здесь. Я тоже, Лешек, по твоему примеру, держу, ну, во всяком случае, стараюсь держать фруктовницу полной. Ну что, друзья, открыла я коробочку со шваброй. И пока, вы знаете, меня очень все устраивает. Здесь вот такая разъемная ручка, не телескопическая, но разъемная. Вот, из двух частей. Вот я сейчас ее соединила. Вот такая очень хорошего качества вот велюровая тряпка, которая отстегивается от основания. И, конечно же, ее можно постирать. Здесь вот такие вот липучки. Такие мощные, я бы сказала. Теперь здесь резервуар для воды. Он небольшой, так что если вы скажете, она будет же тяжелая, нет, не будет. Здесь маленький резервуар для воды, он съемный. Одной рукой не могу снять, но поверьте, вот, сняла. Вот, залью сейчас сюда немного мыльный раствор. И вот здесь на ручке вот так вот нажимаем. И вода из резервуара распыляется вот на тряпку. Вот здесь швабра. Соединение. Вот, сейчас залью воду, и прям мне очень хочется попробовать помыть пол. Ну что, все я подсоединила. Налила, брызнула туда немножко моющего средства в воду. Вот пена стоит. Смотрите, какая она маневренная. Вы видите, она вертится действительно на все 360 градусов. Ну-ка, сейчас попробую здесь. Там что-нибудь происходит. Интересно. Да? Распыляет, видите как? Распыляет вот здесь. Я думала, вот внизу где-то там, ну, как бы это на тряпку идет. Нет, распыляет вверху. Отлично. Друзья, ну вообще мне нравится. Офигенно. Классная штука. Друзья, она того стоит. Видите, откуда вода? Вода разбрызгивается вот отсюда. Вот я сейчас нажму, вы увидите. Вот. Она брызгается на пол. И вы тут же это все протираете. Понятное дело, сильно загрязненные полы нужно бы мыть основательно. Но если следить за порядком... Ой, вообще мне Пуся... Офигеть, друзья, мне очень нравится. Видите, как она вращается? Это просто, просто незаменимая помощница. Вот так вот быстренько сделать
влажную уборочку, да еще вот с таким маневренным механизмом. Видите, как она вращается. Она вращается на 360 градусов. Еще и без ведра для воды. В общем, друзья, я рекомендую. Так она стоит. Кстати, там был купон, я видела, до 2 ноября. По-моему, небольшая скидка на нее. 729 рублей, что ли. Вот. И когда я покупала, товар уже заканчивался. Не знаю, есть ли она сейчас там. Сейчас Лешику тоже позвоню. Если она есть, он, когда я покупала, говорит, сбрось мне эту ссылку. Ну, видимо, ждал, когда я ее получу, что я скажу. Лешик, это бомба. Я тебе звоню. Все, мои хорошие. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Еще сейчас один раз покажу, вот как она называется. Может быть, вы найдете ее в другом магазине. Швабра с распылителем. Очень, друзья, рекомендую. Все, на этой ноте... А, друзья, не все, подождите. Мы с вами еще не полистали календарь. Сейчас я сниму и покажу картинки в календаре. Мне самой интересно, я не смотрела. Пришла вот сюда на дневной свет. Во-первых, очень хорошего качества бумага, плотная. Так, что у нас здесь? Январь. Смотрите, какие крупные цифры. Офигеть, друзья. В рамочке в моей будет вообще бомба. Февраль. Класс. Просто супер. Вот такой вот март. Вот такой вот апрель. Класс. И всего 157 рублей, по-моему. Вот такой вот май. Июнь. Июль. О, бегут красавцы. Август. Красота. Тень. Ой, тут вообще золотая осень. Какая красивая. Маруся тоже пришла смотреть. Да, Маруська? И Шпулька пришла. Всем интересно. Так, подождите. Сентябрь. Октябрь, а тут с киской, моей любимой киской. Ой, какой красивый календарь, друзья. Вот такая мелочь, а как она поднимает настроение, а? Ноябрь. Класс. Декабрь. Так, ну а январь-то где? Не поняла. А январь? А, январь вот он. Январь вот такой. Нет. А, да, январь это все картинки. Это все картинки, которые мы с вами смотрели. Вот это месяц январь. Ну вот теперь все, друзья, все показала, все рассказала. Надеюсь, не надоела своей болтовней. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.